Большой сводный хор на сцене Зимнего театра объединил 500 солистов из Челябинска, Обнинска, Калуги, Ханты-Мансийска, Волгограда, Краснодара и даже Республики Беларусь, всего 17 регионов. Организаторы отметили, не только спорт объединяет людей, но и музыка. И форум «Хоры России спорту мира» тому доказательство. Репертуар хоровики подготовили особенный. В концертную программу включили самые известные российские песни. В один голос ребята пропели «Катюшу», «Подмосковные вечера», «Ах ты степь широкая» и, конечно же, «Калинку». Попасть в Сочи и стать участником культурной программы Паралимпиады мог каждый. Нужно было лишь желание. Остальное – дело техники. Особая была и подготовка, дистанционная. По интернету каждый хор записывал этап подготовки и выкладывал в YouTube. И потом мы смотрели, как идет подготовка, советовались. И с помощью вот уже дистанционных технических возможностей подготовка к такому большому концерту стала возможной. И всего лишь здесь один день в театре, мы уже будем петь вместе. Участниками этого проекта стали и ребята из Краснодарского сводного хора. Те самые, которые пели в составе тысячного хора на закрытии Олимпиады. Это все так здорово и классно, когда ребята вместе поют. Это ощущение, атмосфера хорового братства, она очень увлекает ребят. Они чувствуют, что они частица чего-то огромного, большого, мощного, потрясающего такого проекта. И хочется петь, побеждать, любить Россию и, конечно, объединяться, потому что и песня, и спорт, они все здесь идут об руку. Поприветствовать участников хорового содружества пришел и глава Сочи. Анатолий Пахомов отметил, что в спорте и искусстве барьеров нет. Эти два направления всегда объединяли людей. И пример тому – город Сочи. Как поменялись наши сочинцы. Они стали дружными, они стали гостеприимными. И вообще, я думаю, что мы стали свидетелями, как посредством спорта можно изменить к лучшему отдельный город, отдельный регион, даже отдельную страну. И у нас скоро будет следующий праздник. Вы, наверное, знаете то, что город Сочи стал местом проведения в 2016 году хоровых игр. И не менее значимое событие, которое пригласит нам город более 30 тысяч только участников хоровых игр, более 100 тысяч гостей нашего города. Хоровые игры сродни олимпийскому движению, отмечают участники форума. Это тоже состязание, только музыкальное. В Краснодарском крае есть претенденты на участие в этом проекте. Поэтому жители Кубани скоро снова смогут не только проявить гостеприимство, но и поболеть за своих. Инга Габейшая, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.